приехали в Ападжонг, район Каннам. Пятницу сказали, а тут все гремит. Веселуха начинается. Что касается ночных клубов, не забудьте взять с собой паспорта. Это очень важно. Вот здесь вот так вот налево, направо. Да ладно, я проходила уже, что за сигналишь. Такие вот улочки, везде музыка. Вы знаете, к чему я не могу привыкнуть? К этим венкам у них на открытие вот это отправляют. Ну, никак не могу привыкнуть. Тут очень крутые машины ездят, кстати. Такой гламурный район. А, нет, это у нас. На этом мы тут случайно попали на открытие одного клуба. Да, это у нас. Просто очень мило приняли. Хочу сказать, что посмотрите на мои пальцы. Они просто отморозились. Но здесь кореянки, они почему-то все ходят в коротких юбочках. Им, видимо, не холодно. Ну или мы просто, наверное, с утра на улице, поэтому не знаю. Ресторан с сушами или еще что-нибудь. Здесь есть клубы, где 20 тысяч вон входит. Стоит вход. А, напитки туда, кажется, только один входит. Ну, там только мало людей было, поэтому. Смотрите, какая прикольная игрушка. Ну, а это Итэвон. Показать вам Итэвон? Вот он. Он менее пафосный. Здесь очень много турецких ресторанов. Кебаб, дынарных. Прям как будто в Турции. Вот. Ну, здесь тоже прикольно. Вот Итэвон. Самый сок Итэвона. Здесь очень шумно. Нагану не так было шумно. И вот это, кажется, та лестница, которая ведет к парку, если я не ошибаюсь. О, ребятам весело. Даже какой-то парк. Намдэмон, Бангкоханган, Каннам и Итэвон. Это была наша на сегодняшний день последняя локация. Что касается напитков, цены от 5 до 8 тысяч вон. А для тех, кто предпочитает большие клубы, друзья мои, вам придется постоять в очереди и не один час. Как в 5 утра нам нужно было ехать в Пусан, большой клуб мы не посетили. Было уже 3 часа ночи, а мы на ногах в 9 утра. Я с красным носом, как Дед Мороз. Сегодня, я надеюсь, клубов достаточно. Я вам почти что все крутые места показала. Не забудьте подписываться. Пока-пока. До встречи в Пусане.